На пограничном пункте пропуска Кайрак в Кустанайской области образовалась автомобильная пробка длиной в 10 километров. Водители говорят, что за 2 часа колонна продвинулась лишь на километр. Вместе с грузовиками простаивают и автобусы. В региональном департаменте госдоходов причиной назвали увеличение грузопотока. За последние 3 дня в сторону России он стал больше. Несмотря на это, казахстанская сторона грузы оформляет без задержек. Специалисты работают в штатном режиме. Мы провели хронометраж на протяжении 13 часов со вчерашнего вечера. Нейтральная полоса в сторону Российской Федерации была полностью заполнена грузовыми автотранспортными средствами.